Якоба. Вот и начинаем снимать. Это Миша, и такого же цвета еще какой-то шпендель побольше. А это Гриша тут тоже. Что-то они нюхают. Это мы на собачьей площадке. Вот я... Ох ты, вот это здоровые слоны. Это здоровые два слона. Что-то тащат друг у друга. Собак сегодня много, сегодня хороший воскресный день. И вон они что делают. Вот они. Вот они хулиганят. Ко мне тут пришли знакомиться. Это Гриша. Ну вот там еще полно собак. Сколько мне лет, вот наша собачья площадка. Там он еще... Сколько собак? Полно. Сколько полно. И машин полно, и собак полно. Так, а эти все еще никак не разберутся. Они все никак не разберутся, что там делается. Так. Ну, туда ходят люди далеко. Я не вижу ни черта. Плохо вижу. Так, Миша нашел с кем поиграть. Миша нашел с кем поиграть. А, там еще собаки. Полно собак. Сколько угодно. Сегодня. Маленькие, большие. Это Гришка бегает. Гриша. Гриша хулиган. Вон они. Вот они хулиганы все. А интересно, вот видите, у него не ошейник. И ошейник вместе все есть. Миша. Миша. Фу. Но. Миша, но. Ну вот с этим. Вот. Этот безвредный. Вот они и рычат иногда тоже, и кусаются. Ну вот сам пристает. Сам пристает. Миша, это что еще за прыжки? Что-то он какой стал агрессивный. А это что еще? Что за движение? А? Худой. Тетя его позвала. Да, Гришка, все. А эти все играют там. Вон, они все таскают. Свой какой-то диск. Вот там еще собаки пришли. Вот еще собаки. Миша в грязь залез. Ну вот, поросенок. Поросят они у меня. Вот он как. Красиво бегает, что-то нюхает. Ну, с кем будешь еще драться, а? Обезьян. Опять пошел ту искать. Вон она. Вот. Это, наверное, девочка. Прямо с венцем какой-то худая. Вот летит. Вот как нужно бегать. Вот так нужно бегать. Ладно, вот тут все собаки сразу. Все собаки сразу. И мои. О, Гриша, сейчас ко мне. И сейчас у меня лапами. Нет, на меня внимания не обращает. Ну, хорошо. Вот там, видите, далеко гуляют люди. Там еще какое-то озерцо есть. Я все смотрю на Мишу. Он там кого-то хотел оседлать. Ну, как будто бы он отказался от этой мысли. О, вот собака. Ну, походка, конечно, пеликана. Как-то она прыгает, интересно. Что такое, заболела? Ну, ничего. Сама прыгает. Уже хорошо. Уже хорошо. Может быть, болеет чем-нибудь. Гришка что-то отдельно. Он как-то это опасается немножко. Он не такой, как Миша. Вон он пошел. Смотрит, что там делается. Они друг на друга лезут. Это нехорошо. Это нехорошо. О, боксер, ребята. Вот, настоящий боксер. Я так люблю такой темненький. Девочка. Все, зашли. Ну, а где этот, который интересно прыгает? А ничего, он себя хорошо ведет. Так, это Миша попал в кадр. Миша, ну давай. О, нашел.
себе дружка. А тут от него бежал. Вот это здрасте. Вот это здрасте. Это зачем? Вот зачем они лазят? It's okay. Oh, look how dirty you are. О, хаска, хаска, хаска. С голубыми глазами. Вот какие глазки голубые. И голубые глазки нашему Грише понравились. Хаска, как у тебя дела? Так, и Миша тут тоже ищет. Ладно, убежали. Еще какой-то идет. Раздолбай. А эти все таскают. Эти все вон таскают. Какую-то тряпочку круглую. О, хаска ушла. Какая-то походка тоже интересная. Виляет сильно. Задней попой. А, ну ты попой, то есть хвостом. Ладно, еще посмотрим, что есть. Видите, огромная, конечно, площадь. И там, вот тут, туда дальше можно уходить. Ага, вот тот пошел. Нет, он уже нормально идет. Нет, что-то с лапками у него, ну ничего. Все в порядке. Нюхать может. Кушать тоже надо понимать, что может. Я ж за это самое, какая-то собака интересная. Заговорился, вон с девочкой идут. Хвост крючком. И тоже прыжки какие-то любопытные. Да, какая-то странная собака. Иди сюда, собака. Люди туда вот пошли. А где наш Миша? А, вон они. Миша с Гришей промышляют по кустам. Наверное, сейчас будут коктейль чистить. Надо мне поближе двигаться к ним, чтобы убрать. $80, я напоминаю, если собака покакала, а ты не убрал. Но с другой стороны, никто не смотрит. А с третьей стороны, это Америка. И все друг... Ну, каждый за себя отвечает, короче. О. О, о. Good boy, good boy. Good boy. А, там бежит. Я не знаю, что с ним делать. Не знаю. Не умеет он играть в эту штуку. Сейчас у него отнимут, и все, пока он думает. Пока Гришка думает, у него сейчас это отберут. Нет. Они не умеют. Опять Миша потерял. Да, нет, это Миша и есть. Миш, ну бери, что? Играй. Язык уже на боку. Вот, а там с мячом собака играет, как красиво. Далеко уже. Ну ладно, у меня рука устала. Ну, в общем, мы поняли, что здесь делается, кто бегает и как это все выглядит. Пока-пока. С вами доктор Влад с собаками на площадке. Вот Миша опять подрался. Агрессор такой. Агрессор Миша. Ну, пока-пока. Не, не могу. Вон, смотрите, Гриша нашел себе друга. Маленький. Оба мирные, спокойные. Нет, убежал друг. Это друг. Я точно говорю, я отсюда вижу, что это друг, а не подруга. Гришка, ну иди, иди, иди куда-нибудь. Иди поиграй. Вот я хочу сказать, дети... Меня спрашивали дети, почему закаленные. Вон они, смотрите, как холодно. А холодно, ну, градусов 6 тепла. Ну, нет, 8 пускай. Вот так дети, смотрите. Без шапок, без ничего. И все, вот он гоняет. Рыжий американец. О, какая гончая. Вот они, вот они. Вот вообще, с голыми руками. Ну, вот так вот американские дети. Опа. Откуда-то из-под стола выскочил Мишка. И Гришка тут же. А ну это та же рыжая. Вот они, вот они. Вот они, вот они. Вот они. Опс. Фу, фу, фу. Миша, фу. Миша, фу. Миша рассердился. Рассердился Миша. Вот как бегать надо. Миша, успокойся. Хорошо, хорошо. Ну ладно, все. Хоба. Вот последние кадры, да, смотрите, каким масеньким сюда пришли.
Ну, совсем маленький ребенок. Ну, сколько ему? Ну, грудной. Короче, вот так вот. И так вот в Америке. И тоже вон бегают без шапок, безо всего. Вот так в Америке закаляются. Окей, ну ладно. Ох, сколько собак сегодня, боже мой. Ну, мы уже поехали назад, все. Все, до свидания. С вами был доктор Влад. Опа, вот мальчик вообще в шортах. Вот в шортах, просто в шортах. Понятно, да? Это было как постскриптум. Все, чао.